Сегодня завершился прием документов от кандидатов в депутаты Первоуральской думы. Претендентов почти 150, треть из них – самовыдвиженцы. Есть округа, где будет достаточно напряженная борьба за мандат. То есть есть 8-9 человек на место. Но это еще не окончательные цифры, потому что еще идет процесс регистрации. Мы рассматриваем документы, представленные кандидатами на регистрацию. Рассмотрение документов у избиркома есть 10 дней. В итоге будет принято решение о регистрации или отказе в регистрации того или иного кандидата. Окончательный список претендентов на места в Думе станет известен 5 августа. По данным городского избиркома, в Первоуральске почти 115 тысяч избирателей. Единый день голосования намечен на 11 сентября. Первоуральцам предстоит выбрать губернатора Свердловской области и 25 депутатов городской Думы по числу избирательных округов. Среди тех, кто подал документы, в избирком руководители организации, действующие депутаты, врачи, педагоги и металлурги. Для меня это событие значимое, потому что я хочу внести позитивные изменения, положительные в развитие любимого города своего. Я считаю, что для этого у меня есть достаточный опыт управленческий и достаточное понимание всей структуры управления городом. Я хочу реализовать свою возможность.